Здорово, Ютуб. Здорово, Дзен. С вами Джон, он же ЗУР-312, испытание Осирис-312. Сегодня в этом ролике мы поговорим о том, что нам привез наш любимый червивый торговец, что нам привез Saint 14, ну и какая карта у нас будет в испытаниях Осириса. Хотя те, кто вчерашний твап читал или смотрел, уже, наверное, в курсе. В общем, все это мы сделаем после вашего лайка, подписки на канал, прожатия колокольчика, прохождение по всем ссылочкам, описание ролика для поддержки стрима. Напоминаю, что у нас тут на Твиче стримы проходят практически каждый день, где со мной вместе можно поиграть, позадавать какие-нибудь вопросики, поучаствовать в повозиках. Ну и у нас сейчас октябрь проходит, скидки на платные подписки для поддержки стримера 25%. И с 26 сентября, по-моему, будет еще на подарочной подписке скидон. В общем, кто захочет поддержать, дерзайте. Также, кто захочет в один следующий ролик попасть, может это сделать при помощи доната. Ну и спасибо всем тем, кто поддерживает меня на Бусти. А именно, благодарю Георгия Силаева за путника. Что ж, что у нас по новостям сперва? Банжи выпустили сообщение в Твиттере после своего тваба, да, где очень-очень-очень подробно расписывали то, как они пытаются бороться с крафтом. Ну, с крафтовыми пушками поломанными. И что они написали в Твиттере? Мы все еще работаем над крайними случаями, связанными с эксплойтом, связанным с созданием оружия. В качестве временной меры мы отключили возможность изменять форму оружия, улучшенных перков адептских, чтобы предотвратить злоупотребление роллами оружия. Это будет исправлено в будущем обновлении. Как всегда, следите за обновлением Bungie Help, чтобы узнать, когда это изменение вступит в силу. Что ж, ну с этим у нас понятно. Идем теперь в игру, посмотрим, что нам там притащили наши любимые торговцы в пятничном обновлении. Так, на следующей неделе в Destiny. Сумеющий налет у нас будет по... а-ля сражений набег на Марсе. В гарнире у нас будет контроль зон плюс командный ножок. В плейлисте у нас будет гибель короля. В подземелье у нас будет тиски алчности. Задание операция щит Серафима. Что ж, зайдем в игру. Залетим на башню. Посмотрим, что нам там принес Сейн. Ну, мы, в принципе, уже знаем, но так, для протокола. Там, походу, еще и Зур стоит. Так, ну что ж. Падает у нас на неделе, как и обещали, Банжи за 7-0. Револьвер Магма Молот. Манжи. Можно пофармить. Надеюсь, на этой неделе получится пофармить его спокойно. А по поводу карты сейчас скажем. Чё как? Так, ну и тут, судя по всему, у нас две карты вместо одной. Пасифика и Джавелин 4. Хотя Банжи обещали Джавелин 4. Может быть, Пасифику уберут скоро. Но это не точно. Потому что даже на Trials Report пишут, что две карты. В общем, будем следить за обновлением. Если что, отпишите в комментариях. А мы пока что идем дальше. Посмотрим, что нам притащил Зур. Попробуем его поймать на башне. Так, Зур у нас находится на башне. Локация ангар. Вот совсем неподалеку от Сейнта. Ориентир на карте вот здесь. Смотрим, что принес. Я приношу дары девяти. Дары, которые нужны тебе, как никогда. Даже ответил на вопрос. В общем, привез он Цербер плюс один. Оружие для эстетов, чтобы разбивать купола титанов. С тремя стволами разными. Ну, в принципе, достаточно экзотический агрегат. Можно попробовать побегать, поугарать. Топотуны. Увеличивают скорость бега, скольжение, прыжка. Нужные ноги на экзотические на охотниках. С достаточно неплохими статами. 12 подвижности, 19 восстановления, 20 интеллекта, 10 силы. Ставлю лайк. Обязательно купите, у кого не было. Дальше у нас идет инструментарий. Грудь на титана. Экзотическая с дополнительной гранатой. Тоже неплохие статы. 20 стойкости и 14 дисциплины. Однако, достаточно специфическая область применения у этого экзота. Ну и протокол Феникс. Один из самых полезных экзотов на солнечного варлока. Убийство и поддержки при нахождении в ауре способности клади света восстанавливают суперспособность. Тоже ставим лайк. Неплохой по статам экзот. 28 стойкости аж, но... всего 6 дисциплины и аж 18 интеллекта. Но все равно, если у вас вообще никакого феникса не было, обязательно возьмите. Дальше у нас идет винтовка Дзянь. Для ПВП можно попробовать. 390. Достаточно неплохие перки. Точная подготовка. Полоса удачи. Крупнокалиберные патроны. Неплохо. Клубок мыслей. Можно 5 штук импульсной этой винтовки купить и скрафтить через гармонизатор. Тоже достаточно неплохая 540 импульска для ПВП. Кровавая вражда 750 и пистолет-пулемет из сезона добычи. Если вдруг у кого-то не было, тоже можно 5 штук купить и скрафтить. Ну и временный пик. Ни о чем пропускаем. Сказ Пилигрима. Ну тоже такое себе. Сжечь и забыть нет. Ну хотя можно купить 5 штук, чтобы потом скрафтить. Так. Прюк искушения тоже нет.
Что у нас по шмоткам? Из сезона добычи вроде, да? Нет, из сезона охоты. Да, из сезона охоты. Если вдруг у кого-то не было для танцмога. Ну, набор начинающего ПВЕшера на титана на руках. Нет. Гадрольная метка, мое почтение. Да, неплохо, неплохой шлем по статам. 12 стойкости, 18 восстановления, 24 дисциплины. Это лайк. И ноги, в принципе, неплохие. 12 стойкости, 20 восстановления. Окей. Титана почти не обделили сегодня. Кокумун, движущая цель. Ну, ждем, пока занесут ролла с первым выстрелом. Хотя для геймпада движущая цель тоже ничего, в принципе. Можно попробовать. Ладно. Смотрим, что у нас там на других персонажей. Так, на варлока у нас руки базуки. Руки классные. 30 стойкости, 11 дисциплины и 18 силы. Блин, может быть, даже куплю. 65 тотал. Тело, ну такое, 20 восстановления, 14 дисциплины, 15 интеллекта, но для PvP сойдет, 64 тотал. Повязка гадрольная, естественно. Башка, 28 стойкости, 10 дисциплины, 12 интеллекта, неплохо. Ноги, 24 восстановления, 23 интеллекта. Зур, ты там сегодня хорошо покушал, я смотрю? Нифига он там шмотки приносит. Так, а на охотника что у нас? Чем он нас обрадует? Ручки. 28 восстановления, 18 дисциплины, 11 интеллекта. Лайк. Тело. 17 подвижности, 14 восстановления, 22 дисциплины и 10 интеллекта. Ну, в принципе, неплохо. 67 тотал. Для специфических билдов. Плащ гадрольный. Шлем послабее немножко. 10 стойкости, 22 восстановления, но 67 тотал и 16 силы. И ноги тоже такие, ну, 22 стойкости, 10 восстановления, интеллект 16, сила 16. Ну, на охотника послабее, конечно, на варлока вообще почти все идеально. Хоть сейчас сет собирай. Ну, и на титана неплохо. В принципе, Зур сегодня скорее радует, чем нет. Ладно. Пойдем в Осирис немножко поиграем, попробуем повыбивать магма-молот. Сектор у нас сегодня на космодроме. Падают там руки. Лабиринт Велеса, как раз у кого нету новых экзотов с этого сезона, можно попробовать паролить. Если же вам идти в сектор, можно попробовать на Нептуне. В парке Ахимса свои силы в области вторжения вексов. Напоминаю, что в Телеграме есть группа, которая отслеживает все это дело. И за 5 минут до начала ивента об этом уведомляет. Если кто-то хочет узнать, может зайти ко мне там в мой Телеграм и узнать, собственно. Там народ периодически ссылочку постит. В общем, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Лайк ставим, комментарии пишем на канал, подписываемся, как лучше пожимаем, чтобы не стать удаление о выходе новых видосов. Всем спасибо, всем пока.